Жизнь в сельской местности имеет свои преимущества и недостатки. Однако для сохранения доли сельского населения в общей численности страны необходимо создавать комфортные условия проживания в селе. То есть жителям нужны вода, свет и хорошая дорога. Вот уже около месяца в селе Ишера идет ремонт водонасосной станции. Другими словами, ревизия насосов. Ведь любой механизм нуждается в периодических ремонтных работах и замене изношенных деталей. Стоит отметить, что данная станция десятилетиями служила людям. Но в последние годы жители улиц Кяхба и братьев Папба испытывали неудобства. Им часто приходилось оставаться без воды, так как работал только один насос из двух. И когда он выходил из строя, вода не поступала к людям. Сейчас оба насоса в рабочем состоянии, один из которых будет в резерве. В случае аварийных ситуаций проблем с водой больше не будет. Водонасосная станция. Практически она находилась не на том уровне, которую мы хотели бы видеть, просто на данный момент начали строительство, ремонт этой водонасосной станции, которая обслуживает в основном улицу Папба. Улица Папба протяженность больше 7 километров. На этой территории есть пятиэтажки, военный городок, и обслуживание водой эти здания входят в этот водоканал. На этой линии находится. Раньше выходило так, что воду выключали, и определенная часть, эта часть села отключалась водой. И в данный момент был построен, УКС начал строить новое здание, отремонтирует это здание, и будут заменены трубы, которая будет отдельная линия на эту территорию. И они практически, мы так думаем, что и количество воды улучшится. Здание, в котором раньше стояли насосы, было в ужасном состоянии. Ну а сейчас насосы перенесены в новое строение. Перенесена вся разводка, трубы были перенесены сюда, заменены задвижки, произведена ревизия насосов. Какие-то комплектующие были, даже в них были заменены. И в дальнейшем сейчас здесь, ну, не показать, будут уже облагораживать само здание. Проектно-сметная документация данного объекта составляет 900 тысяч рублей. По поручению президента Аслана Бжания средства выделены из республиканского бюджета. Спасибо главе государства Аслану Бжания за помощь, которую он оказывает не только в Сухумском районе, а по всей республике Абхазия. И тот маленький вклад, который делает государство, с большим благодарностью и пониманием люди понимают. Заказчиком является УКС, генеральный подрядчик Абхазстрой. Работы планируется завершить в течение этого месяца. Лаура Капш, Фатима Гергия, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.